Всем привет! С вами Ермоленко Петр и шоу «Неспортивное поведение». Сегодня с нами играют Антон Башкиров. Башкиров Антон – лучший спортсмен 2020, по мнению его мамы. Говорит, что выиграл бы Йоханнеса даже на штакетике, если бы был такой шанс. И Арина Крюкова. Крюкова Арина – лучший косплейна Фродо из «Властелина колец». В детстве Арину отдали на бокс, и она поняла, что легче отстрелиться, чем махать кулаками. Игра состоит из трех раундов. В каждом раунде 4 вопроса. В первом раунде за правильный ответ игрок получает 1 балл. Во втором раунде 2 балла и в третьем раунде 3 балла. В случае неправильного ответа игрок тянет карточку с наказанием. На выбор даются 2 вида наказания. Карточка social media, карточка, связанная с сообщением, комментарием, постом. Красная карточка с демоном обязует выполнить наказание, придуманное коварным ведущим. Проигравший по итогу игры выполняет супернаказание. Созвон. По финалу. У кого меньше правильных ответов, выполняет супернаказание. А супернаказание будет таким. Созвон. Звоним тренеру другого вида спорта и просим о переходе в его команду. Ох. А? Нет. Приступим тогда. Первый раунд. Первый вопрос. Кем работал в зоопарке крокодил Гена? Время пошло. Ребята, ну это детство, это база. Ну. Честно, я сам даже не знал. Я тоже не знаю. Время. Скрываемся. Охранник. Доктор. Вы что, мультики плохо смотрели? Ну вы что, ребят? Правильный ответ. Уверены, что, ну, может, перезапишешь? А нифига, нет, крокодилом работал. Ребята, поздравляю. Крокодилом, да. Тяните карточки. По одному. Сперва дам. Что там? Ну, так, да нет, нет, подожди. Ты уже посмотрел? Ну да. Мал. Ты этот... Не показывай, пожалуйста. Все. Коктейль «Бодрячок» у нас. Задание выбить коктейль с очень богатой вкусовой гаммой. На самом деле легкий. Можно состав? Состав ты отгадаешь сама в процессе наслаждения, так сказать. На вид все, вносите. Там действительно все? Все, о чем мы договорились? Подождите. Там... Нормально, спасибо. Арина, можешь пить, и если ты отгадаешь хотя бы 4 ингредиента, 0,5 балла мы тебе добавим. Давай, 3 ингредиента и 0,5 балла твои. Что это за... Это что? Это салат с оленом? А, нет, это хот-дог. Хот-дога нет. Там чили-перец. Допустим. Один есть. Йогурта нет. Йогурта нет? Ему что, плавает? Тебе на вкус надо определить, что там. Я уже трясти. Я не хочу больше. Как минимум половину тебе надо выпить. Ой, мои слезы. Кефир. 2 варианта. Что? Морковка корейская? Нет. Пей. Яблоко? Нет, я каждый день на завтрак это все убиваю. Я не могу понять, что это за кусок. Да ты не понял, ты попробуй его сначала. Ну, на вкус. Да просто выпьем нафиг разом. Ты видел, да? Проще разом. Нормально, вкусненько, да? Да, пойдет. Так, еще 2 варианта. У тебя есть время, получается.
Пока. Давай, Антон, покажи свою карточку, а ты в процессе допивай. Есть, морковки нет. Дыхание дракона, красный перец, чили, стручок. Сюда. А почему? К нам. Мне тоже уроки. Стручок. Реквизит. Так. А его полностью надо съесть. Его полностью надо съесть. Хотя бы один еще, и 0,5 балла твои. А я... Ты хочешь помочь? А если я съем? А? Если... Ну, я же съем. Нет, ты съешь, и ты... Ты собиваешься. И все. Ну, тебе же не надо ингредиенты отгадать. Спасибо большое. Прямо до вот этой зеленой штучки. Красиво. В новый... Или тебе кефир не нужен будет? Нет, я ты можешь допить, да? Ну, помочь. Там тоже смягчающий фиг будет. Пока нормально. Будет сюрприз на утро. Хотя бы половинку. Нет. Еще чуть-чуть. Угу. Давай в процессе просто будешь допивать. Угу. Хорошо. Хорошо. Нормально? Угу. Все. Первый вопрос, да, и у нас лидирует Арина с 0,5 баллами. Движемся дальше. А почему не? Почему? Наслаждайся. Второй вопрос, готовы? Да. Начинаем. Что не войдет в самую большую кастрюлю? Время пошло. Я так понял, ты хочешь другой вид спорта, Антон. Думай быстрее. Я не знаю. Время. Ну, я пронаписал. Да. Давай сначала себя. Кастрюля побольше. Крышка от нее. Поздравляем, правильный ответ. Тяни наказание. Витаминка. Хорошо. Можно нам лимон разрезать напополам и принести, пожалуйста? Так, прочитай вслух. Витаминка. Соперник выжимает сок половины лимона в рот. Ты выжимаешь, да, ему. Было очень жестко. Может, ты угадаешь пару ингредиентов? Он уже сказал. И 0,2 балла мы тебе добавим. Пусть так будет. Чеснок? Есть один. Не, давай на вкус, давай по чесноку. Ну-ка я уже и так 3 раза глотнул. Да я нифига не понимаю. Ну, нет так нет. Пожалуйста, Арина, бери лимон. Да, что мне, как? Выходи, ты... выходи сюда. Ну, она до тебя не достанет. Она прямо... Чуть-чуть присядь, пожалуйста. Доминант. Прям вот до тала, прям пока вот сок не перестанет литься. Еще. Пока давится, да, выжимай. Давай еще пару. Нормально, считается. Это мой обычный рацион. Давай, как у Игоря Габара, я смог это сделать. Я смог это сделать. Так, следующий вопрос по номерам 3. Внимание, вопрос. Кто ходит сидя? Время пошло. Ничегошеньки. Ну, если это неправильно, тик, тогда вообще... Тик-так. Ну, ты подумай, может быть, что-то придет, я прохожу твой вариант. Так, я не помню, у нас досрочные варианты ответа, да? Ага. Время. Арина. Утка. Утка. Поздравляю с неправильным ответом. Гусь. Я поздравляю вас обоих с неправильными ответами. Гусь и утки написал. А правильный ответ – шахматист. Кто ходит как? Сидя.
Я же вам сказал с самого начала. Вопросы на логику. Антон, давай начнем с тебя. На выбор. Предупреждаю, как только закончатся вот эти, в ход пойдут вот эти карточки. Одни наказания. Скотч плюс волосатый участок тела. Ты получается, берешь, отрываешь кусок, наклеиваешь ему на волосатый участок тела, а потом со всем садизмом выдираешь столько, сколько можно. Что еще? Давай. Клей. Знаешь, совет, предыдущие участники у нас максимально надирали. Нет, зачем? Ну, нам нужно на камеру показать. Нет. Давай, новый. Нет, не хотел. Не считается. Давайте с этой стороны найти. Да, вот с этой стороны. Он, кстати, тоже очень хорошо дерет. Давай, нагревай, прям можешь натереть, нагреть. Оно разве так натирается? Да, оно прям лучше прилипает, я тебе клянусь. Нормально. Смотри, ну гладненько. Это считай, ты к лету так сойдешь. Можно, да, зумик? На восковую полосочку. Желаешь на память оставить? Оставь. Далее у нас идет Арина. Можно нам, да, вслух огласить наказание? Предатель. WhatsApp-сообщение тренеру о переходе в другую область. Поздравляю. Пиши. А как написать? Ну, от него голосовое сообщение. Давай прослушаем. Давайте. Арина, здравствуй. Вечером, как будет возможность, пожалуйста, мне позвони. Здравствуйте. Хотела вам сказать, что давно... Зреется конфликт. Хочу перейти в другую область. И давай причину укажем. Так как? Так. Хочу переехать? Нет, зачем переехать? Меня не устраивают условия тренировок. Давай так, да. Меня не устраивают... Условия. Условия. Условия, может, нашей области, либо как-то? Нет, в принципе, да. Выбираешь максимально меньше. Ладно, отправляй. Поздравляем. Ждем звонка. Аплодисменты. Так, внимание, следующий вопрос. Готовы? Сосредоточились? Да. Я так чувствую, у нас и карточек не хватит. Четвертый вопрос. Какое колесо не крутится при правом повороте? Время. У нас досрочный ответ, я так понял, да? Да. Ну ладно, скрываемся. Все крутые. Запасное. Нет! Красавчик. Тяни наказание. Уверена? Да, глухой музыкант. Мы одеваем тебе наушники, и на выбор твоего соперника включает песню, и ты поешь? А я петь не умею. Ну да ладно. В этом-то и есть суть наказания. Стой, давай помолчим со мной. Поднимемся на самую высокую крышу. Понимаешь, что такое испанский стыд? Будем стоять. Примерно. Огни. Что это? Какие-то из них окажется ближе.
Еще немножко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 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 Стой! Стой! Все. Круто! Аплодисменты! Поздравляю вас, первый раунд подошел к концу, и того у нас счет. Итого первый раунд, и теперь мы переходим к нашему проф, так сказать, проф тематике. Второй раунд, первый вопрос. Вы готовы? Да. Отошли от первого раунда? Да. Погнали тогда. Размер биатлона мишени с положения стоя. Время. Стоя? Стоя. Посмотрим, как хорошо вы знаете этот вид спорта. Родной, так сказать. Родимый. Также 20 секунд. Все. По одному. Давай, Арина. 12,5. 12,5, у тебя сколько? 115 миллиметров. 115 миллиметров. 60 ничего. У тебя сначала было правильно? Я вначале 60 написал, потом 115. Похлопаем, да? Похлопаем Антону. 2 балла присуждаем. Тени наказания. Круто. Золото. Золото в Пекине. Золото в Пекине. 2022. Создать групповой чат в Инстаграме, узнал способ обмануть ВАДу с одним препаратом, подробности в ЛС. В случае ответа текст. Клизма с настойкой боярышникова. Давай я прочитаю. Так, в случае ответа. Клизма с настойкой боярышника. Во-первых, идет очищение кишечника от вредных токсин. Во-вторых, идет богатое обогащение всех необходимых ферментов в организме. Этой методикой пользуются шведы, норги, итальянцы. Пишем. Создаем групповой чат в Инстаграме и добавляешь всех своих. А, давай, знаешь, как добавим всю сборную? Олимпийскую сборную нашу. Давай, давай, давай. А давай. Я ни на кого на них не подписываю. Ну, я тебе буду диктовать, давай. Первое. Все, создавай, называй «Золото в Пекине 2022». Все? Да, отправляй. Ну и все, потом в случае ответа, если кто-то тебе напишет, мы пишем вот это вот текст. Я приберегу его здесь. Так, ну что, поздравляю, задание выполнено. Мой телефон здесь оставляем. Идем дальше. Второй вопрос. Перечислите чемпионов и призеров сборной Казахстана по биатлону за весь период Олимпийских игр. Время пошло? Да. Чемпионов и призеров. Да. За все время существования независимого Казахстана. Только олимпийских? Да, олимпийских чемпионов и призеров. Время. Все, вскрываемся. Смирнов. Смирнов. Ну, еще хотел я уточнить. По сборной биатлона. А, по сборной биатлона. Хрусталёва? Только Хрусталёва? Да, я больше никого не вспомнил. Как? По фамилии. А как же никто еще? Ну, правильно, да? Правильный вариант. Пошёл. Если писать. Запись экрана? Нет. Есть? Тренер ответил. Ответил тренер. Прочитай, что. Привет, ты куда собралась? Давай вечером поговорим. Так, окей, оставляем. Оставляем. Антон, тяни наказание. Ну, пускай. Давай. Два балла. Спин-тренинг. СМС-тренеру. Пришли деньги с управления, что мне с ними делать? Понял, что делать? Да. Пиши.
И напиши, знаешь что, раз для тебя это так просто, мне вам скинуть или обратно? Ну, или себе оставить, да. Все. Так. Готово? Окей. Все, едем дальше, задание выполнил. Третий вопрос второго раунда. Назови те все цвета Олимпийских колец. Время. Тишина такая прекрасная. Приятная. Никто не шутит. Хотя надо бы. Время. Так, давай начнем с Арины. А если ты? Давай, по одному. Ладно, синий. Синий. Зеленый. Зеленый. Желтый. Желтый. Красный. Красный. Черный. Поздравляю. Антон. Я так же хотел ответить. А что ты ответил на самом деле? А я написал красный, синий, голубой, белый. Поздравляю, Антон. Тяни наказание. Ладно. Давай с этого. Африка. Африканец, угольный мешок. Можно нам, пожалуйста, угольный мешок в студию? Тренер звонит. И что мне говорить? А что мне сказать? Игнорируй. Антон, выходи туда. Футболку снять? Ну, если их у них... Да, можешь снять. Держи. У меня отличная ситуация. Ну, тогда футболки придется. Впервые делаешь? Да, прикинь. Хочешь, сфотографируйся на память. Посмотри, куда. Ну ладно. Так, идем дальше. Следующий вопрос, четвертый. Как расшифровывается IBU? На английском. На английском? На английском. Точно знаешь? Привет. Все? Так, Арина? Не знаю. Не знает. Я дописать не минус. Успел, но мои предположения — это International Biathlon University. University? Антон, ну ты был так рядом, но это неправильный ответ. А правильно — International Biathlon Union. Union, блин. Тяните наказание по очереди. Кто первый? Мне уже бояться нечего, в принципе. Выпить стакан сырых яиц. Два сырых яйца в стакане можно? А, Арина, бон аппетит. Почему всегда пить что-то? Да не знаю, тебе так везет. Это лучше, чем мешок. Конечно. И ты... Хочешь, можем заменить, кстати. Соли нет. В смысле заменить? Можем ей вместо вот этого стакана дать тот же самый угольный мешок. Всю программу. Поехали. Ну, если она согласится. В натуре Игорь Габары какие-то, ой, да? Хочется наружу все. Хочется, да. Тебе пора уже карточку заменить или ты экономишь? Да, нет, я вот это самое... А-а-а, все понятно. Мастерски. Молодец. Молодец. Давай, еще чуть-чуть. Последний глоточек. Соболезную, хочет сказать вам всем. Так что, Антон, тянешь тоже карточку. Так, ну, ладно. Юниверсити. Юнион, да? Надо было ходить, да. Комментарий к публикации Даши Усанова. Не понимаю, что эти любители делают сборную.
Понял? Даже ничего личного, это чисто шел. Все, ладно. Запись экрана включаешь, да? Да, мне тренер ответил, какие деньги. Напиши 378 тысяч. Угу. Слышишь с головы? К последней публикации. Отлично. Да. Спросите он так? Нет. Ты утверждаешь. Не знаю, что эти любители делают в сборной. И смайлик? А, смайлик не надо. О. Просто. И мы это не удаляем. До того. Конечно. Конечно. Тренер написал? Да. 300 с чем-то тысяч. Молодец. Едем дальше. Так, мы идем дальше. Что-то так, никто мне не это. Арина написала наше еще одно задание. О. Которое я писала. Да. Ну, там про клизму с боярышником. А. Вот. Третий раунд. Готово? Да. В третьем раунде нам добавляется еще один балл. За каждый правильный ответ нам добавляется один балл. Mm-hmm. Точнее, три. Вот. Также четыре вопроса. Итого... Погнали? Погнали. Погнали. Первый вопрос. Тренер сборной Норвегии по биатлону. Пау. Ага. Время. Ага. Да. Да. У нас еще наказаний хватает, ребята. Время. Вот. Неизвестно. Ребята не знают. А правильный ответ? Это... Зигфрид Мазе. Маза. Да? Кто первый тянет карточку? Антон. Давай. Давай. А что ты в голубенький не хочешь? Читай. Боевой макияж, лицо плюс зеленка. Почему? Я так и знал, что она попадется мне. А как мне ее на руки, что ли? И потом нет, она берет ватку зеленкой и делает ей, ну, как минимум, две полосы вот так. Ну, хотя бы две. Как? Вот так можно? Можно? Короче, ладно. Только смотри, аккуратно, в глаза не попади. Так, да. Все совершенно верно. Ты знаешь, да, что она не отмывается? Долго. Дня три походишь так. Да? Нормально. Не, как бы все. Скажешь, ветрянка. Так, сделай так, да, чтобы к камере было видно. Вот так можно? Да. Да хоть как. На твой выбор, да. Оно жжет. Все? Да. Оно жжет жестко. Готов служить. Забрать. Ну, похлопан, да, это как минимум аплодисменты. Можно, да, забрать? Почему? А ты так рано не улыбайся, у тебя тоже наказание. Шалтай, болтай, яйцо об лоб. Одно яичко можно нам? Он будет бить. Да, он тебе бьет. Ну, я постараюсь максимально. Наверное, так, выходим вот сюда. Ты давно хотела бить. Я? Да нет. Антон, пожалуйста. Я слегонца. Ну, слегонца не получится. Правда. Не жалей. Облоб или? Да. Потому что облоб... Ну как хочешь, как без разницы. То есть можешь на волосы, можешь на... Нет, ну... Чуть не упало. Давай, все, ты готова? Давай. Ну круто, я поздравляю.
Я старался. Ай-яй-яй. Я реально старался. Но тебе сегодня с яйцами не везет. Ну это жесть! Угостите меня тоже салфеткой. Ништяк. Теперь вы знаете, да, кто тренер? Кто что? Кто тренер сборной Норвегии? Маза. Дикприт Мазе. Ну то хотя бы не зеленка на лицо, скажи. Что, Ирина, идем дальше? Все нормально? Как настроение? Желток стекает. Так, идем дальше. Не будем заострять внимание на такой прекрасной прическе. Пойдем, второй вопрос. Я натерпелся. Отвечай правильно. Я стараюсь. 50 косарей. Правильно ответил. Нет, нет. Второй вопрос. В каком городе проходили 20-е зимние Олимпийские игры? Тут очень. Да, короче, я не знаю. Ты не знаешь? Нет. Время. Токио. Токио. Угу. Круто. А у тебя? В Турине. В Турине. Правильно. Yeah. Антон. Тени наказаний. А сколько мне баллов дадут? Три балла. О, три балла. Кринж, выложи фото, за которую стыдно, на выбор ведущего. Разблокировать телефон. На выбор. А у меня нет таких фотографий. Серьезно? Значит, сделаем. Прямо сейчас. Нет, нет, не удаляй, не удаляй. Я не удаляю. Давай ты вот туда отойдешь, это личное. А, хорошо. Там долистай, найдешь. Чего у тебя больше других фотографий, чем твоих? Потому что я не люблю себя фотографировать. Чья задница? Не твоя, это точно. Нет, нет. Я пока такой, ну, самый стрёмный, это вот я сейчас здесь вижу. Я, в принципе, да, делаем фотографию. Можешь еще на широкоуголку вот с этой стороны? Да, да, конечно. Все. Выкладывай в историю. Ни за что не удаляй. Да? Я не зря страдаю. Все, похлопаем. Так, идем дальше. Третий вопрос. Талисманы зимних Олимпийских игр 2014 года. Поехали. Талисманы. Ны? Ны. Их много тут? Ну, не один и не два. Там мне 14 лет было, я что понимал-то? Время. Ребята? Снежный барс. Снежный барс. А у тебя? Белка. Скоро у тебя. Олимпийских? В 2014 году Олимпийские игры где проходили? Хуй, зима, Сочи. Сочи, да. Сочи, ну. Ну и какие там... Медведь. Белый мишка, да? Ну вот, я ответил. Нет, время. Давайте, если кто-то сейчас хотя бы одного назовет, я даю по одному баллу. Белый медведь. Нет. Ну, ладно, стой, вот. Сочи. 20 секунд на размышления даем. Сочи. Вот он одного назвал, еще два остались. Еще два есть? Да, еще два есть. Одного я назвал лично или ты сказал? Не считается. Нет, подожди. Нет. Белка, то есть, я назвал? Да, ее нет. Время, ладно. Подождите. Внимание, правильный ответ. Пингвин. Леопард, белый мишка и зайка. Ай, зайка! Да? Катяни карточку. Хорошо. Барбер.
О! Мне же интересно. Понял? Соперник выбривает часть волос триммером на выбор голова либо бровь. Точно не голова. Ну, значит, бровь. Бровь минимум половину. Давай полоски. Какая полоска? Давай три полоски сделаем, типа Adidas. Давай просто штрих-код такой на брови сделаем. Кого? Штрих-код. Да. Тобис. Давай. Нет, то есть получается, ты делаешь и зебру ей на брови. На одной, на обеих. На одной. На одной. Нет, это если мы зебру делаем, мы делаем... Ну, кто за полную бровь? Ну, за половину брови. Давайте похлопаем. Да потом нарисуешь. Ну. Правая, левая. Чем? Фломастер? Конечно. Правая, левая. Левая. От центра или от середины? От середины. Половина, конечно. От середины. Да нет, с края бери. Или с края. С виска или от середины? А как больше хуже будет смотреться? Ну, по сути, от середины. Давай три полоски сделаем, пожалуйста. От какой середины, подожди. А ты не сказала, откуда ты сказала полбровь? Выбирай. Середины. Середины до конца. Не до этого. Середины брови и до конца, получается, вот так. От середины. Ну вот сюда. Да нет, вот же. Для... Вот середина, и берешь его сюда, выбриваешь. А, вот ну эту ладно. Часть не трогаешь. Тебе видно-то хоть будет? Ну, плюс-минус. Не дергайся. Я тебе начал ресницы зацеплю сейчас. Тебе не больно? Ой. Чуть-чуть. И вот так вот. Оп. Можно, пожалуйста, камеру? А, тут уже все не хватает нам. Ну ладно. Я не хочу на это смотреть. А на меня ты хочешь? Я зеленка в лице. Ребят, еще один вопрос остался. Последний? Последний вопрос. И финал. Надо собраться. А финал? А, 4 же раунда. Чего вы красите? А 4 раунда, да? Да, это, нет, 3 раунда. А, 3 раунда? Все, это, самое это, это последний, финальный. Сейчас. Сейчас вот есть а выбор. А ты равно проиграешь? С чего? У меня на 0,3 целых больше все равно идет. А, нет, это же... У него на балл больше. У него 5,2, у тебя 4,5. Внимание, вопрос. Синий, черный, красный цвета в олимпийских кольцах относятся к каким континентам? Время пошло. Еще раз, какого цвета? Синий, черный, красный. Жестко. Да. Каждое кольцо относится к... Каждый цвет кольца относится к отдельному континенту. Нашей планеты. Такой континент. Время. Я не знаю. Снежный барс? Да. Африка? Да. Это мой. Ну так, как у нас здесь три варианта, да? За каждый балл. Присуждается очко. За каждый правильный ответ – очко. Антон считает Африка, но к какому цвету? Красный, синий. И черный. И черный? Красный, синий и черный. Красный. Красный. Неправильно, черный. Но! Я не хотел! Наказание ты по-любому тянешь. По-любому. И ты тоже. Ну ладно. Вот у нас осталась одна края. Но я еще получаю. Но что-то. У тебя один балл. Да. Есть хорошо. Вариант. Еще осталось два. Если вы пишете эти два за 20 секунд. Какой еще цвет? Синий и красный. Поехали. 20 секунд. Ну все. Пишем. Пиши, пиши, пиши. Время пошло давно. Арина. Я думаю, не хочу. Я проиграл. Пыхти, что-то выигрывает, и чуть пыхти.
Нет, я же не тупой. Время. Ну, Евразия, наверное, еще. Евразия? Ну да. Континент, это неправильно. Это не континент. Европа и Америка. Я хотел Америка сказать. Тянем карточки. Морской поцелуй, удар. Можно нам селедку? Это победа. Так, выходим на середину. Антон, бери селедку. Мне подлеком рукой брать? Выходи на середину, да, у нас тут лещ. Либо за голову бери, либо этот. Потом руки вытеришь или помоешь. Ну зачем? О-о-о, как у нас сейчас деликатно. Я же ее еще и скрыл. За кадром. Это еще с того, да? Нет. Это свеж. Аккуратно наступайте на... Смачно только бей, не жалей. Ей уже нечего терять, у нее по брови нету. А по браво, по левой как-то? Мне вообще без разницы. Нет, давай поделай. Нет, бей ее в ту сторону, просто как бы я не хочу, чтобы мне прилетело. Брызги. Все, ты готова? Да не, это не удар, это не удар. Да ты хвостом ударил, бей полностью, хотя бы. Ну что? Не-не-не. Не удар, не удар. Все, переснимаем. Не удар. Давай. Бей нормально. Конечно, конечно, чтобы прям хлесткий такой удар получился. Несет. Я уже начинаю чувствовать запах, так что давай ну быстрее. Давай, ну сейчас, короче, начинаем. Поздравляю, похлопаем Антону. Так, помнишь, да, наказание? Я хочу к вам перейти. Да. Что мне? Мне как позвонить? Я... Да, прикинь, как все... Это прикинь, как... Все сходится у нас. Она написала тренеру, что хочет уйти в другую область. И тут же она звонит другому тренеру о том, что хочет перейти к нему. А мне как, мне представиться своим? Да, конечно. Здравствуйте, я Арина Крюкова. Ты звонишь тренеру лыжных гонок. И просишь о переходе в его команду. Включаешь на громкость. А ты можешь параллельно втыкать какие-нибудь, вбрасывать слова. Блин, я слишком тупой для этого. Ну, хотя бы что-то. Антон же наказание не выполнил. Он же тоже неправильно ответил. А, ну ты чё? И ты молчишь? Конечно, я молчу. И Арина звонит у нас. Сплиндер. А может быть, ему дадим наказание такое? А за чё? А за то, что ты мухлюешь. А я не мухлевал. Я просто не посчитал нужным вам сказать об этом. Ну давай. Допингист. Сторис случайно принял мелдронат. Подскажите, сколько вам выводится добавить от себя? Ну, типа, я капец очкую. Ребята, подскажите, что... То есть видео записали? А, ну видео записали. Ты, походу, не мелдронат принял. Я принял. Он грязный, он зеленый. Я тут... Я мелдронат принял. Что он мне сделал? Что с ней делать? Это реально, она будет от 3 дня отмываться. Ты на мою бровь посмотри, но знай, сколько будет. Короче, ребята, я принял мелдронат, да? Торопись, торопись. Ребят, короче, я принял мелдронат. Кто знает, сколько он выводится, пожалуйста, подскажите. Зеленка не сработала, мешок на голове, короче, с углем тоже пробовал, не срабатывает. Почему-то чувствую себя... Не знаю, под препаратом под этим. Подскажите, пожалуйста. Я сохраню себе. Обязательно. Подскажите, зеленка не сработала, мешок на голове. Попробуй еще раз. Либо я могу попробуй на WhatsApp. Тренера дать. Антоха, я записываю. Есть? Отбивалки, видел, да?
Еще советы по выведению, а советы по... Миноксидил тебе возьмем, тоже вырастет. Тише. Есть? Есть? У меня нет бровей. У меня лицо зеленое. Это у тебя отмоется. Кто у тебя есть? Давай быстрее. Да. Предложение, пусть карточку 3 выполнит и все за место звонка. Да, да, давайте так, пожалуйста. Я не давай. На выбор тогда. Давай рандом. А можно я выберу? Пожалуйста. Нет. Вот сейчас я его знаю. Вы поняли? А это он? Типа мне дали, я тебе даю. Валентинка, селфи с оппонентом. Несмотря ни на что, мы снова вместе. Крутое наказание. Фотографируй. Ой. Давайте. Что у них там сейчас в историях творится? Маску? Не, профиль не прикрываешь. Не-не-не, с другой стороны фотографирую, бровь не видно. Да видно! Да ее видно. Давай. Не-не-не, стоп, завес, там видно немножко. Давайте уберем вот это вот все. Угу. Антон, поцелуй? Нет. Ладно, нет. Окей, я старался. Вот тут у тебя все есть. Несмотря ни на что, мы снова вместе. Селедка. Не смотри. Ни на что. Вы знали, да, то, что это выпадет? Честное слово. Я не знал задание вообще. Да. Карточки заготовили заранее, наказание готовили заранее, так что... У меня даже есть. Шикарно. Шикарно. Так, это у нас одна карточка, да? Похлопаем, готово? Пожалуйста. Смените аватарку на фото соперник. Нормальную, можно только фото, а не сейчас. Давай, давай, влюбленная парочка, конечно. Не, которая сейчас у меня? Да. Да. А как? Нет, ты его фотографируешь и ставишь себе на аватарку в Инстаграме. Можешь просто сидеть. Полево, полево. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Последнее. Пенсия. Сторис о завершении спортивной карьеры. Устал, маленькая ЗП. Ухожу. У меня есть текст, так что... Я тебе могу сейчас рассказать. Ухожу из спорта. Устала от некомпетентных тренеров. От предвзятого судейства. Меня тренируют. И в силу того, что происходит в спорте. И сутки держать эту сторис. Да? Не удаляй. Меня тренера смотрят. Пожалуйста. Я свою сторис тоже сутки. Либо звоним. Ухожу из спорта. Проговори это, чтобы естественно звучало. А это записать надо? Да, конечно. В таком виде. Все надоело, ухожу. Ухожу из спорта, устал от некомпетентных тренеров, от предвзятого судейства и всего того, что происходит в спорте. Я тоже понимаю, полный. Ну прикрой вот так. Можешь просто вот так вот лицо снять, типа не полностью. Я ухожу из спорта. Мне. Блин, так живо смотрится, кстати. Твоя бровь. Я ухожу из спорта, устала от некомпетентных тренеров, от... Сейчас я представляю, как мы в гостиницу войдем в бабки пи. Мы уходили нормальными, нас видели. Я ухожу из спорта, мне надоело предвзятое отношение тренеров от... нечестного судейства и от всего, что происходит, в принципе, в спорте. Круто! Тетя отвечает! Это последняя карточка?
Да, это третья карточка. Публикуем? Я вообще, когда контролирую, смотри на меня, я лучше, блин. Ну, там закинули, я прикрыла, и у вас их снимают. Меня кто-то подписался. О, да. Круто получилось. Теперь, я думаю, вас, ну, как минимум, надеюсь, как минимум, не выгонят из команд, не поснимают зарплат, которых вы заслуживаете. Да, вот, поздравляю вас, вы как гладиаторы выдержали все испытания, ни один не отказался. Это было спортивное поведение. Ермоленко Петр, Антон Башкиров, Арина Крюкова. Покричим? Покричим.